Вы не хотите с прессой общаться, Дмитрий? Нет, не хочу. А почему? Нет, неинтересно. А вам жалко Вячеслава, профессора? Для выполнения запланированных следственных действий потребуется дополнительный срок содержания под стражей обвиняемого Луковского не менее, чем на 1 месяц. В связи с чем ходатайствую перед Ленинским районным судом о продлении срока содержания под стражей обвиняемого Луковского Дмитрия Владимировича на 1 месяц 0 суток, то есть по 12 ноября 2020 года включительно, всего до 4 месяца 3 суток. У меня все. Просит продлить вам срок содержания под стражей на 1 месяц, следователь. Я не возражаю, Ваша честь. Не возражаете, да? Мы не возражаем против продления содержания под стражей. Благодарю вас, присаживайтесь.